Bine v-am găsit, sunt Diana și vreau să vă spun că Opinia Liberă are un portal nou, opinialibera.media. Aici puteți vedea ultimele știri, dar vreau să abordez și unele probleme cu care se confruntă locuitorii orașului Orhei și raionului Orhei în un șir de filmulețe video din categoria documentar. Pentru început îl am ca protagonist pe Vaideslav Ertoiva, care nu este mulțumit niciodată de ceea ce se face la noi în oraș. De ce spun că nu este mulțumit? Pentru că dorește mult mai bine pentru locuitorii orașului. Vă las să îl urmăriți și să vă faceți concluzii. На протяжении всей своей жизни сознательной я часто бываю в газете, в редакции газеты «Опиния Либера». Я с ней сотрудничаю, и все проблемы, которые я вижу, с которыми встречаюсь, я стараюсь освещать в газете «Опиния Либера». Я бы хотел поподробнее остановиться на еврейском кладбище. Дело в том, что на протяжении 30 лет газета «Опиния Либера» и я в том числе освещаю проблему еврейского кладбища. Я хочу сказать, что не только «Опиния Либера», но были газеты «Новое время», потом «Молдавские», потом газета «Тимпул», потом «Еврейское местечко», значит, освещают. Но пишем мы много, но практически ничего на еврейском кладбище не делается. Есть такая проблема, которая называется забор, потом оползневая зона, потом нет освещения, нету воды, значит, оползневая зона, и, значит, бежит, земля бежит, там подземные воды. Значит, 30 лет назад была сделана проектно-сметная документация, которая с перерывами буквально в десятки лет периодически кое-что там делалось. И вот я хочу отметить, что в 2010 году, последний раз, когда я встречался с Тарлевым, заложили, обычно закладывались 50 тысяч лей в год, 100 тысяч, 200 тысяч, а техника перегонялась из Кишинева, чтобы все эти работы выполнялись в городе Оргееве. И только работа, только чтобы сдвинуть с Кишинева в Оргеев эту технику, уходила половина денег. Лет 15 назад я встречался в городе Оргееве с Тарлевым, премьер-министром Республики Молдова. И я встречался, я ему объяснил, что в городе Оргееве есть проблемы еврейского кладбища и выделяет очень мало денег. Но Тарлев посодействовал, и на 2010 году, в 2009 на 2010 году заложили 1,5 миллиона леев. Но дело в том, что время проходило, а год кончался, и 1,5 миллиона леев не были использованы. Тогда я обратился к генеральному прокурору Зубко и в то время президенту Михаилу Федоровичу Гимпу. И Гимпу отреагировал, и в 2010 году, в конце года, вот эти 1,5 миллиона были заложены. Значит, из чего состоит эта стенка? Значит, бурят на глубину 15 метров отверстие, его закладывают арматурой, заливают его бетоном, сверху торчат концы примерно порядка около метра, и подушка заливается для того, чтобы укрепить землю, которая ползет, грубо говоря, сверху вниз. И вот эти 1,5 миллиона, это, чтобы вы поняли, что длина имеет 400 метров этого кладбища, 1,5 миллиона 10 лет назад – это 50 метров. Потому что сегодня, когда мы пойдем после этого на кладбище, и мы, видно, покажут и репортаж к тому, что я говорю сегодня, то видите, как концы свай, которые торчат из земли, они не были покрыты этой подушкой. А сверху, по забору, мы покажем это в репортаже потом, значит, люди берут, и то, что со стен, они колупают со стен, всю эту глину, пляву, все кидают на вот эти концы, то есть на еврейское кладбище. Забор там отсутствует. Поэтому есть эта проблема, которую надо решать. А решать ее никто не хочет. У нас были примарями и Калун, вот, и Шарбан, и Стратулат, и Шор 6 лет Шор. У власти. Что делал вот. Шор? А Шор буквально ничего для кладбища не делал. Хоть я с ними встречался, и в свое время, 6 лет назад, мы собрал всех евреев в библиотеке, мы сидели, есть фотографии, которые мы в следующий раз тоже покажем, фотографию как память о том, в мае месяце, о том времени. Шор многое обещал,
Вот, но Шор палец о палец не стукнул. Я вообще всегда пишу, и меня упрекают, что я вот выступаю против Шора. Не выступаю я против Шора. То, что у Шора есть проблемы с властью, с государством, там, с юристами, это его проблема, он решит его. Но он, как придя в город Аргеев, и он как еврей мог немножко и помочь еврейскому кладбищу. Я не сказал, что он должен оставить дороги, бордюры, освещение и взяться за кладбище. Нет, но можно было параллельно немножко решать и эти проблемы. Но Шор палец о палец не стукнул, чтобы навести порядок на еврейское кладбище. Если кто-то сомневается, что я говорю неправду, найдите меня в городе Аргееве, или редакция, или другие какие-то средства массовой информации. Мы поедем на кладбище, мы все это дело посмотрим. Кстати, в последнее время я вот буквально через каждые 3-4 дня посещаю еврейское кладбище. А почему посещаю? Чтобы я посмотрел, чтобы я был всегда в курсе дела. Может быть, без меня какие-то инопланетяне там хотят навести порядок. Я хочу сказать, что забор, о котором я говорил, 1200 метров, которые надо уже будет будто бетоны подстраивать, это не самое главное. Мы забор не можем построить до тех пор, пока мы не разберемся с оползневой зоной. Помимо того, что я сказал, что есть бурение, там арматура, бетон, есть еще и дренажная работа. Но понимаете, никого ничего не волнует. Мало того, что я говорю о кладбище, вокруг кладбища есть 300 жилых домов, которые находятся вокруг кладбища. Эти дома, они тоже ползут. И газета «Тимпул» лет 10 назад показала у себя, как ползут вот эти дома. Люди обращаются, понимаете, люди обращаются, но никто не реагирует. Вот в чем вся проблема, никто не реагирует. А потом, ну что с чиновниками вести, какую войну надо вести? Митинги там устраивать или что? И потом сами люди, которые там живут, они тоже слабенькие, они никогда не возмущаются. Что вообще еврейское кладбище? Еврейское кладбище – это вообще это культура еврейская. Это наши лежат потомки, вот, испанское поколение там, 8-10 поколений оттуда тоже бежали сюда. Вот, кладбище, на котором покоятся наши отцы, матери, братья, сестры, родственники. Сюда приезжают люди из-за границы. Вот. И мы бы всегда хотели, чтобы он был... Это культурный центр, понимаете? Это наша культура. Были многие евреи здесь? Да, да. Они ушли? Да. Многие из них умерли? Да. Какая роль была евреев в городе? Город. Да. О, вот я хочу вам сказать. Значит, я буквально 50 лет назад... когда еще не закрыли в Молдавии, в СССР, церкви, синагоги не закрывали. Вот у нас где 15-й магазин, рядом с этой церкви, с этой синагогой, 15-й магазин, и это была большая церковь в городе Аргееве. Я помню, она была одна единственная. Заходишь в нее, с левой стороны для женщины было место, как положено, а с правой мужчина. Зал был большой, конечно, туда. Туда евреи собирались на праздники. Вот там, помню я, орешки, мед, яблоки там. Ну, я был совсем там пацаном. Вот это я все запомнил. Евреи собирались, обсуждали проблемы там. Вот, ну, я тогда политикой не занимался. Это я сейчас немножко залезаю, тогда не занимался. Так что это был центр, куда собирались евреи. Вот, и было, конечно, хорошо. Сегодня у нас в Аргееве уже на протяжении 30 лет тут был такой Семен Рапопорт, вот, который руководил Аргеевым. Он смылся в Израиль, его вытурил туда. Теперь остался Мондриан, Изяслав. Вот, это были два негодяя. Да, все правильно. Да. Вот за камерой сидит корреспондент газеты «Опинья Либера» и говорит, ну что ты все о плохом, давай что-то хорошее. Так вот, я хочу сказать, что когда мы исправим это положение, когда у нас будет много хорошего, а я даже не могу назвать что-то хорошее, ну понимаете, ну не могу я. Каждый день я все-то хочу, и на протяжении 30 лет это хочу, все отдаляется. Не забывайте, что мы же не вечные. Евреи умирают, их становится меньше. Они уже становятся старее. Если лет 15 назад я убирал еврейское кладбище и почистил его, евреи назвали меня человеком года. Это было 15 лет назад. А сегодня этих евреев уже на кладбище не загонишь. Они стали на 15 лет старше.
они уже не могут нагнуться, они уже все больные, хромые, косые, понимаете? Я их не виню, и это бывает. Но ведь было 15 лет назад, когда можно было и помочь. А были такие две еврейки у нас в Аргееве, которые написали Марьяшу письмо в Кишинев о том, что я, нарушая заповеди еврейские, и по субботам хожу на кладбище. Так Марьяш им написал через газету «Еврейское местечко». Ну, то, что он ходит на кладбище, это не, Бог ему простит. Вот. А вы бы лучше собрались бы и помогли ему. И тогда бы он бы не ходил в субботу на кладбище. И что вы думаете, что разве евреи прямо воспряли и начали ходить на уборку кладбища по 1-2 часа? Ничего подобного. Поэтому, когда мне говорят, скажи что-то хорошее, ну, я думаю, что я доживу до светлых дней своей жизни, увижу что-то хорошее. Евреи хорошие. А я говорю, ты мне назови в Аргееве. А мне начинают вспоминать, что в Аргееве было очень много предприятий, и все на предприятиях, ну, большинство, которых я знаю, руководителями были евреи. Так вот, когда меня спрашивают про евреев, я говорю, понимаешь, хорошие евреи, которые были, их уже нет, они лежат на кладбищах. А кто уехал в Израиль? Но были, да, они понимали экономику, культуру, спорт. Да, в Аргееве, вот, буквально вот у нас в Аргееве стадион, там работали евреи, там, вот. Да, у нас было очень много. Я не говорю, что не было евреев. 3/4 населения города Аргеева были евреи. Молдаване говорили на идыш, на иврите нет, разговаривали и жили мы дружно, и все было нормально. Так это было когда-то, понимаете? Это было. И память о них, а мы никогда не забываем их. Мы еще вспоминаем их, этих людей. Кладбище как памятник. Да, как памятник. Да. Но дело в том, что не все эти люди, которые покоятся в Аргееве, имеют родственников. Поэтому я всегда говорю, что надо убирать не только свои памятники, если у нас 20 евреев и 20 памятников, а надо убирать память, надо поддерживать ту память. Я хочу сказать, что я, когда пишу и говорю, то я говорю не только о еврейском кладбище, глупости, я бываю и на христианском кладбище. Там со стороны морга, вот, там падает забор. Падает забор, и там его тоже надо навести. Потом на территории кладбища нет альманаха. Надо, я думаю, что нет альманаха, надо взять и навести порядок и сделать описание каждой могилы и разобраться. Если могила, может, по 50 лет, а я там, где запущенные могилы, я тоже городу Аргееву покажу, руководителям города Аргеева пойду и покажу лично, где я там убирал, и страшное дело. Поэтому я ратую не только за то, чтобы еврейское кладбище Шор навел порядок, а остальные нет. Наводить порядок надо не только, везде надо, но и кладбище христианское тоже. У нас 3 христианских кладбища. Одно в центре, одно находится в Слободке, и одно находится на Лупойке. Поэтому надо их тоже. На Лупойке тоже, там забора нету, есть проблемы там. Там маршрутка должна подходить туда подальше, чтобы люди там ходили. Есть проблемы там тоже. Так что я думаю, если вы пустите материал в печать, и если многие откликнутся, если многие сделают мне, кстати, обсервацию, мне очень приятно, мне никто не делает замечания. Хоть бы кто-то сказал, что ты негодяй, ты что говоришь? Так я же хотел, чтобы люди приехали, люди в печать где-то сказали что-то хорошее.